Ребята, всем привет! Наконец наступила долгожданная весна, и мы с Алексеем едем на нашу любимую Свислич. Будем ловить плотву, а вы смотрите, не переключайтесь. Так что всем приятного просмотра. Добрались до места. Как вода, Алексей? Нормуль? Вода высокая, пипец. Давай план действий. Нормуль, поехали. План действий на завтра давай. На завтра приезжаем сюда, выгружаем лодку на Эйк, садим тебя, меня, плывем туда. Ты на Мах, я на Фидов. Кто больше? Соревнования. Отлично. Я с тобой совершенно согласен. Короче, завтра у нас будет батл. Ребята, смотрим, не переключаемся. Это будет офигенно интересно. Да, будет интересно. На, держи траву. Твою. Так ты ж попади. Всем привет, дорогие друзья. Мы вот выехали на лодочке. Ребятульки, Алексей у нас за главного... Подходи, плыви поближе. Все. Ну давай, тормози. Короче, сейчас будем пробовать заводить моторчик. Блять. А ну тут это, Алексей. Ну давай, заводи, пробуй. С зимы не заводили моторчик. Пробуем, заводим. И погнали на старичок у нас дальше. Ребята, сегодня первый день рыбной ловли нашей. Пробуем, что получается. Ну, заводи, что ты там сидишь. Оба. Отлично, завелось все. Все завелось отлично, ребята. Гоним. Вон мы оттуда выплыли. Там он наш дом. Я уже пустил. Кто не подписался, подписываемся и ставим лайки. Не забываем. А мы поехали дальше, да? Давай. Ребятульки, всем привет! Я приплыл на старичок. Сейчас буду пробовать ловить рыбку. У нас сегодня с Алексеем... Так, смотрим на меня. У нас сегодня с Алексеем батл. Алексей у нас сидит на течении. Сейчас его приближу. Я сел на старичок. У нас сегодня батл, кто кого больше переловит. Смотрим, не переключаемся. Вон Алексей наш. Дайте-ка я приближусь. Рыбак хренов мне. Ну, я тебя все равно переловлю, дружок. Давай, погнали. Смотрите, короче, я замечал прикормку. Один карась, а не сом. Так. А
анисовый линкарась и добавил немного грунта. Грунт нужен, чтобы утяжелить, во-первых, и, во-вторых, меньше прикормки, чтобы шло. Буду я сегодня ловить, пробовать на опарика. Опарик. Красный опарик, белый опарик. И плюс у меня еще есть мотылек. Все нормально. Короче, все, смотрим, не переключаемся. Кто кого батл. Так, погнала поклевка. Сейчас еще что-нибудь вытяну. Ну давай, давай. Давай, давай, давай. Петку ведь забывай. Что здесь? Сейчас что-то... О, пошло. Отлично. Ух ты, какая хорошая красноперка. Бля, нифига себе, ребят. Пошел процесс. Ну, отлично, отлично. Ты хоть что-нибудь поймал? А вот я поймал. Вот. Одна за одной фигачит и все тут, понимаешь. Ну, хорошо. Сейчас опять вытянем. Правильно? На бетульке. Опа. Какая хорошая краснопера. Отлично, отлично. Идем дальше. Батл будет в мою пользу. Алексей, Алексей. Батл моя польза будет. Давай, пауза. Так, рыбка. Настроится. Отлично. Ну, ушла так ушла. Подарим ей жизнь, как говорится. Ничего страшного. Но мы продолжаем. Смотрим дальше. Не переключаемся. Опять поклевочка. Сейчас мы ее вытянем. Рыбку. Пошла. Расклевалась рыбка. Ладно, ребят. Давайте. О, сидит. Мелочь. Ну, мелочь. Мелочь. Давай-ка. Ну что, погнали. Поклевочка опять идет. Что там может быть? Ух, нифига себе. Блин, сорвалась какая хорошая. А? Сорвалась. Ладно, давай. Погнали дальше. Пошло, повело. Надо доставать, там сидит что-то, блин. Надо доставать, там уже что-то сидит, походу. Ну давай, поведи еще раз, и я потяну. Давай, давай. Давай, сидит, 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 сидит. Хорошая рыбка. А? Так, это у нас красноперочка. Отлично. Я от нуля уже ушел на 3 рыбы. Поэтому, Алексей, давай, догоняй меня. Догоняй.
хорошая красноперочка. Отлично, 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 отлично. Супер. Так, а сколько время, ребята, расскажите? Так, сейчас 14:14, то есть 2 часа дня. На улице погода, ну как, я вам скажу, не сильно холодно. Сегодня, наверное, около 8-9 градусов тепла. Около 8-9 градусов тепла. Ветер, чувствуется, что он какой-то юго-западный. Ну, теплый ветер, не холодный. Ну, на улице не пасмурно, смотрите, солнышко светит. Подсвечивает солнышко. Я на лодочке, Алексей на берегу. В общем, у нас сегодня с ним батл. Спор как такового нет. Кто что делает, будет жарить рыбу, значит. Кто проиграет, тот будет жарить пойманную рыбу. Я, скорее всего, его опережаю. Он говорит, что он ничего не поймал. А у меня все тип-топ. Все ништяково. Поэтому мне лайкосик надо поставить. Снаперка, как обычно, стандарт. ГОСТ, по ГОСТу. Красноперка по ГОСТу. Нормально. Погнали. Опа. Слушай, одну за одной фигачу и все тут, понимаешь. Нормально. А Алексей там стоит. Нифига не ловит. А рыбка-то клюет. Пошел процесс. Поклевочка идет. Чух-чух-чух. Чух, пошла родимая. Сидит, наверное, уже рыбка. Пошла, повела, как конкретно, нифига себе. Мы возьмем, сейчас вытянем ее. Давай. Поведи-ка. Все, повела. Отлично. Одну за одной фигачим, да.
Ловлю. Мне уже надоело ловить, я снимаю все. Понимаешь, у меня все заснято, Алексей. Рыбка вот клюет, рыбка-то клюет. А рыбка-то клюет. Моментально на вторую удочку клюет. Вы поняли, ребята, блядь? Это вообще пипец какой-то. Одна за одной. Вторая удочка работает. Все отлично. Блин, не успеваешь снимать даже нифига. Блядь, поклевку, блядь, Лешину. Смотри-ка. Что там? Покажи. Покажи, что тут. Доставай-ка ее. Офигеть. Вот это красноперым, блядь. Смотри, какая здоровая, блядь. Хорошая. Молодец. Лайкос ему. Лайкос? Короче, ребята, смотрите. Какая хрен разница? Да лампочки. Короче, смотрите. Этот гражданин сказал, я там ловить больше не буду. У меня нифига-то не клюет. А ну-ка, говорит, едь за мной, блядь. Пришлось за ним ехать. Говорил приехать, говорит, сюда. Говорит, давай вместе ловить. Я боюсь, один на лодку плавать. Ну ладно. Сейчас что-то будет. Алексей. Ух. Взял. Что-то взял. Покажи-ка. Границу. Что ты так-то это сам? Аккуратненько надо. Ты поломаешь все это сам. И Алексей стал тяжать от удара. Молодец. Зашла на прикормку. Зашла на прикормку. Ну что, ребятульки, сегодняшняя рыбалка у нас заканчивается. Немного отловились, да, Алексей? Будем пробовать свалить отсюда. Загрузили лодку опять полным ходом. Все, всем хорошего настроения, удачи. Немного подловились и нормально. Вот, короче, результат нашей рыбалочки. Ну, за сегодня. Котами поели, уже коты у нас, выжили. Кстати, коты. Ну ладно, мы не будем вставлять молоко. У нас коты пожрали всю рыбу. Взяли с садка, подкусывали весь садок. Погрызли, как говорится. Блин. Мой садок, короче, кирдыкнулся. Это Алексея садок. Пришлось перелаживать. Ну, коты
пожрали всю крупную рыбу, всю пожрали. Вот именно почему-то крупную, я не знаю, почему они крупную брали. Наоборот, мелкая, она как-то... Тоже он, я, мелкую тоже брали, да? Выкидывал там, да. Ну, это вообще ужас. Короче, котам тут нельзя ничего вообще ловить, даже рыбу. Пошли они в баню, они нажрали и так он. Херову гору.